Еврокубковая неделя в самом разгаре, друзья. Мы с вами на главном стадионе Северной Лиги и в прямом эфире матч Кубка ЛФЛ. Группа Е, второй тур, беда, пятый элемент. Матч команд, которые по-разному начали свое выступление во втором по значимости клубном турнире Москвы. Но вот в связи с первыми результатами, о которых мы позже поговорим, наверное, у беды появляется хорошая возможность здесь удачно выступить. Главный арбитр сегодняшней встречи Дмитрий Ершов вывел команды в центральный круг. Капитаны команд разыграли право начать и те стороны поля, на которых они в первом тайме будут действовать. Все протокольные процедуры проведены. Ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. И ждем сигнала к началу матча. Беда в бело-синей форме сегодня. Пятый элемент, естественно, в черно-желтый. Ну вот свисток. Время пошло. И давайте сначала по составам пробежимся. Начнем с хозяев поля. В воротах беды Алексей Ферсаков. Три защитника слева направо. Максим Бровкин, номер 14. Егор Бажутов, номер 21. Олег Царев, номер 4. В опорной зоне Георгий Попович, номер 16. Два атакующих полузащитника. Евгений Попков, 6. Иван Романов, 7. И на острие атаки Иван Логинов. Играющий тренер беды. В этом сезоне вернулся он на поле, наконец-то преодолел все свои проблемы со здоровьем. Ну и, в общем-то, не только они не позволяли ему играть. Частенько в прошлых сезонах приходилось со скамейки руководить игрой. Но вот сейчас этот сезон начал достаточно неплохо. Полезно играет, помогает реализовывать собственные идеи и собственным же примером. Посмотрим, как получится. Конечно, у беды состав на сегодняшний день можно назвать оптимальным, но он изначально уступает составу восточной команды. Здесь сплошь все знакомые лица. И сейчас я представлю стартовую восьмерку пятого элемента, а затем поговорим о тех футболистах, которых, ну, наверное, все любители футбола неоднократно слышали. Итак, в воротах Алексей Ульянов, номер 16. Три защитника также в центре. Алексей Козлов, номер 13. Слева Шамиль Курбанов, номер 79. Справа Алексей Житников, номер 2. В опорной зоне в центре поля бокс-ту-бокс, 18 номер Сергей Неретин. Слева Алексей Платухин, номер 6. Справа Алексей Киселев, номер 4. И впереди Алексей Баранов, 24 номер. 6 Алексеев на поле у пятого элемента. Здесь главное с подсказом не запутаться. Я думаю, футболисты уже понимают друг друга с полуслова. Хотя к вот этому мощному составу, мощному по именам, здесь достаточно футболистов, которые и северным болельщикам знакомы, потому что поиграли в составе топ-клубов Севера. Здесь добавлены и победители Лиги Чемпионов прошлого сезона, футболисты, перешедшие из Атлантиса. Алексей Платухин, Алексей Киселев в основном составе. И есть еще Максим Романченко, сегодня на игру он не заявлен. Вообще у пятого элемента и подбор футболистов отличный, и сбор на матче всегда такой полноценный. Сегодня на скамейке запасных 7 человек, бывает и больше. Но для гостевого матча 7 замен — это очень приличный показатель. Это даже лучше, чем у хозяев. Только четверо игроков беды могут усилить по ходу встречи. Но не уверен я, что все сыграют. Здесь есть все-таки определенное разделение на основных и запасных у
команды Ивана Логинова. Сейчас Романов штрафной заработал, позиция хорошая, Логинов будет исполнять. Романов мог бы здесь, наверное, с левой пробить, с правой чуть более удобно. И Иван Логинов сам прямым ударом может быть. Так, здесь борьба в штрафной, и что там? Евгений Попков сцепился с Алексеем Козловым в борьбе за позицию. Козлов защитник жесткий и опытный. Естественно, не собирается уступать. Ну, а Попков такой ершистый футболист. Умеет залезть под кожу. Так, ну, здесь закончится это когда-нибудь или нет? Арбитр. Кстати, резервный арбитр Игорь Елисеев тоже рядом там находится. Ну, должны какое-то сделать внушение футболистам, потому что в начале встречи, ну, у нас пятая минута идет. Не хотелось бы, чтобы какие-то были карточки и сразу... определенная нервотрепка. Ну, вроде все. Логинов готов пробить. Неудачно. По центру и выше ворот. Если перекидывать стенку, то все-таки нужно было хотя бы в угол мяч направить. Ну что ж, о гостях я еще немножечко скажу, потому что все-таки у нас на севере такого, может быть, полноценного впечатления о команде «Пятый элемент» не сложилось. И не так часто здесь гости с Востока выступали. Все дело в том, что «Пятый элемент» в прошлом году только дебютировал в Еврокубках и очень неудачно выступил на групповом этапе. Проиграл 4 игры, занял 3-е место в Кубке ЛФЛ, не попал даже вот дополнительный раунд 1/16 финала. Но в целом команда поступательно развивается. И за 3 сезона из первого дивизиона высший путь был проделан. Ну, точнее, за один сезон вот этот переход. Затем было 8-е место в вышке Востока. И прошлый год команда на 6-м месте закончила. Но, с другой стороны, для того подбора футболистов, может быть, это и не максимально возможный результат. И где-то даже большего ожидали. Все-таки, еще раз повторюсь, громкость имен тут влияет. Ну, а в этом году, еще раз, те футболисты, которые команду пополнили, ну и которые успешно выступали за другие клубы. Ну, например, нападающий Алексей Баранов очень долго и успешно играл за Конькова и Нижгары. Затем про футболистов Атлантиса я сказал. Также, вы знаете... значительная группа футболистов ЦДК в прошлом сезоне в «Пятый элемент» перешла. И Евгений Поляков, Алексей Козлов. Полякова сегодня нет. Козлов на поле в основном составе. Был еще Михаил Бесчастных, но он в ЦДК вернулся. И сейчас на тренерском мостике команды трудится. ЦДК сегодня в Лиге чемпионов в ничью сыграл с усадьбой Банной на выезде 3-3. В общем-то, сюда приехали и Михаил Бесчастных, и Александр Туменко. Здесь смотрели футбол. Ну и рассказали о ходе матча. В целом, при кадровых определенных сложностях у ЦДК сейчас могут быть недовольны ничейным результатом. Считают, что упустили победу и 2 мяча со штрафных армейцы пропустили. Но это... напрямую не относится к нашей сегодняшней истории. В общем, еще раз, состав у «Пятого элемента» приличный. Есть Гига Мумулашвили, например, который на севере играл за «Империю» и «Неву» в прошлом сезоне. Есть Дмитрий Гусок, Антон Тихомиров, которые в беде были, ну и в смене до этого. В общем, знаете, таким мощным десантом на север вернулись как себе домой практически. Ну а получится ли по игре чувствовать себя как дома, это уже от беды зависит во многом. Вот сейчас неплохой выход. Попович Романова в штрафную находит. Плохая передача, но Попков на момент. Удары и выручают Ульянова свою команду. Но, может быть, и Попков не лучшим образом пробил. Чуть в сторону, и шансов бы вратаря не было.
отметим перехват Царева на центральной линии и своевременную передачу Поповича в атаку. Сейчас Бажутова сбивают. Центральный защитник выводил мяч от своей штрафной. Ну и пока не скажешь ведь, да, что беда, может быть, где-то и не считается здесь фаворитом. В этом году и вообще по последним результатам беду, наверное, фаворитом можно только в историческом смысле называть. Все-таки действительно эта команда заслуженная по меркам нашего округа. Вообще одна из самых титулованных не по чемпионским званиям, но по количеству всевозможных трофеев, медалей и кубков. И где-то, наверное, вот опять же в историческом смысле с него и может только соперничать так всерьез. Хотя в последние годы, ну, другие флагманы здесь на севере, и Терминатор, который прекратил выступление, и Гефест, и ЦДК. Но все-таки, вот вы знаете, лига развивается, и очень приятно, когда вот эти истории продолжаются с первого сезона. В общем, это хранить нужно и с уважением относиться. Но в прошлом году беда закончила чемпионат на худшей для себя позиции. На 8-м месте в Кубке ЛФЛ оказалась благодаря там значительному стечению обстоятельств. И подробно мы останавливались на этом, если смотрели последний выпуск программы «На бровке», представляли мы участников Еврокубков. Большой красивый сюжет на эту тему мои коллеги подготовили. И там было рассказано достаточно подробно, кто вместо кого и почему на севере, на западе и на востоке будет представлять округа в Еврокубках. Ну вот беда, пусть и неудачно провела прошлый сезон, но, во-первых, выиграла Суперкубок Северной Лиги и очередной трофей таким образом заработала. Это было в начале года, еще тогда было неизвестно, естественно, что так все неудачно сложится. Вот в одном матче удалось уверенно Гефест обыграть. И очень неплохо беда выступала в Кубке ЛФЛ. В групповом этапе 6 побед беда одержала. Дальше была очень интересная стадия 1/8 финала, где беда сражалась с пищевиком, проиграла на выезде 2-3, здесь сыграла 2-2 и вылетела из турнира. Так, после этого момента Версаков выручает. Ну, вот это ответ пятого элемента, первый по-настоящему опасный момент. Вот кто там был, отсюда мне не видно. По-моему, Киселев головой бил, хоть и невысокого роста этот футболист, все равно в правильной точке оказался. И передача своевременная, и такая очень удобная последовала. Так вот, определенная, наверное, неудовлетворенность присутствовала. Беда могла на большее рассчитывать. И с пищевиком, в принципе, играла на равных. Здесь еще один гол был вполне возможен и был близок. Но вот не сложилось. Пищевик затем до полуфинала дошел. И в этом году он в Лиге чемпионов выступает в одной группе с Невой. Вот 2 недели назад в прямом эфире была эта игра. Я говорил о том, что и Нева, и Пищевик после Кубка ЛФЛ в главный турнир квалифицировались. Но Пищевик вообще такой лидер своего округа и чемпион-обладатель Кубка, гегемон, можно сказать. И поэтому все-таки немножечко в разных условиях команда находится, но и силы округов тоже разные. Восток, Запад и Север тремя ведущими округами являются. И вот этот рейтинг пресловутый достаточно такой динамично меняющийся и живой, потому что то один округ, то другой проводит хороший сезон.
Хороший сезон еще и зависит от количества клубов, которые в Еврокубках участвуют, потому что общее количество заработанных очков делится на число клубов. И поскольку рейтинг все время двигается по временной шкале, да, и какие-то очки сгорают за предыдущие сезоны, команды немножечко, округа немножечко меняются местами, двигаются, но в целом все более или менее близко, все более или менее рядом, поэтому противостояние условно восьмой команды Севера и шестой команды Востока, но это где-то в целом плюс-минус равное такое противостояние. Но на футбольном поле по-разному может получаться в зависимости от обстоятельств. Пока беда играет неплохо, пока беда не позволяет своему сопернику мяч подолгу контролировать и при случае всегда опасно атакует. Но постепенно пятый элемент все-таки игру под свой контроль берет. И все больше мы видим участников матча на правой половине поля. В группе Е после первого тура беда располагается выше, поскольку сумела переиграть северо-восточную Москву. Здесь тоже Москва изначально не должна была выступать в этом турнире, но команда там хорошая, там тоже много известных футболистов, но они за «Легион» последнее время выступали на «Севере». Ну и не только, там хорошая молодая команда, но вот по словам очевидцев, я сам на той игре не был, и вот так лично с трибуны впечатление составить не мог, но по словам тех людей, которые там присутствовали, беда намного лучше смотрелась и очень грамотно сыграла против Москвы, не позволила сопернику, знаете, вот свою игру навязать, свою волю. 3-1 выиграла команда Логинова, и поскольку пятый элемент проиграл магистрали, сейчас у нас беда на первой строчке, а пятый элемент только на третьей. Но это после одного тура. Понятно, что групповой турнир, он, конечно, динамичный, и 6 матчей проходят там буквально за 2,5 месяца, и здесь, если уж потерял, то очень сложно наверстать. Но все-таки второй тур, наверное, Это еще тот отрезок турнира, когда каких-то выводов глобальных делать не стоит. Ну, давайте на поле возвращаться потихонечку. Пятый элемент занимается перекатом мяча на чужой половине. Курбанов вперед передачу отдает. Здесь пас не проходит. Бажутов играет внимательно. Успевает Бровкин. Успевает и выбивает мяч из-под ноги соперника. Замены произошли. Сейчас будем у гостей замены. Поэтому сейчас будем по ходу действия разбираться. Знаете, зимние комплекты формы не всегда удается издали разглядеть номера футболистов. Ну вот здесь Житников с мячом. Он с правого фланга в центр сместился. Играет на Курбанова. Прострел мимо мяча. Сейчас махнул Егор Бажутов. И там угловой. Угловой даже не аут. Отдача. Нет, здесь пробить не получается. Попович вперед. Ну, Логинову тяжело. А в итоге, смотрите, удачно все сложилось. Передача опять вперед, как в хоккей. Пробросы такие. Чуть-чуть беда подустала, и мяч перестал держаться. Нет мяча и нет возможности для контратак. Вот момент, и счет открыт. Алексей Ферсаков, по-моему, коснулся мяча руками. Но отличился Сергей Неретин, судя по всему. Он оказался в центральной зоне и хлестко пробил
с левой ноги. 1-0. Не скажу, что незаслуженно пятый элемент повел, но, наверное, если бы счет не менялся, еще какое-то время можно было считать, что и это тоже справедливо. Что интересно, пятый элемент второй мяч забивает в розыгрыше этого турнира текущего. И опять Неретин отличается. Пока только он свою фамилию в протокол вписывает как автор забитого мяча. Козлов. Подача в штрафную. Здесь отбиваются защитники. Боровкин мяч выносит на угловой опять. И опять стандарт, опять острота. Романов. Вот кто умеет играть головой, высоко выпрыгивать. И сейчас вернулся в оборону, помог своим партнерам. И вот первая замена. Иван Логинов поле покидает. Вместо него Александр Волков. По 20-м номерам этот футболист будет действовать. Значит, Романов пойдет вперед. Волков будет одним из центральных полузащитников. Так я это понимаю. Мы привыкли видеть Александра Волкова в качестве центрального защитника. Но есть определенный кадровый дефицит у беды. И здесь Логинов ищет, старается находить своим футболистам какие-то места на поле, которые максимально могли бы раскрывать их лучшие качества. Вот, например, Романов. В общем-то, тоже нападающий. Нападающий не самый забивной, он очень полезный, он очень хорош подыгрыш, неплохо исполняет стандарты, угловые, в частности. Но голов у него немного, и по карьере, в том числе, и в составе молодежной команды. И затем, когда он в основную перешел. Поэтому действовать из глубины, наверное, для него чуть удобнее. И успевает он в обороне отработать за счет своей скорости, энергии, выносливости. Большой объем работы выполняет. Понятно, что вот, поменяясь они местами с Логиновым, и Ивану Логинову было тяжеловато тот же функционал давать своей команде. Поэтому теперь Романов играет в полузащите. Ну, где-то то же самое с Волковым произошло. Потому что в центре обороны сейчас есть кому сыграть. И на флангах обороны, в принципе, у беды футболисты квалифицированные, опытные. Несмотря на молодость относительную, например, того же Олега Царева. Но в центре поля вот есть определенный такой дефицит. И Волков, может быть, за счет культуры паса, которая ему присуща, на этих позициях полезным оказывается. Здесь, мне кажется, очень четко роли распределяются. Да, Волков – это такой футболист, способный связывать оборону и атаку. Умница Попович, который может передачу выполнить, но играет, любит играть поглубже. И Евгений Попков, который может матча 4 примерно носиться от ворот до ворот. Не всегда у него, не всегда ему хватает техники для исполнения каких-то элементов. Но в этом составе, между прочим, это самый забивной футболист. В прошлом сезоне Евгений Попков занял 3-е место по голам в команде, но Антон Кулагин и Артем Орлов, которые забили больше, уже за беду не выступают. У Попкова 10 мячей, и в этом году он тоже уже забивал. Он забил 2 мяча в чемпионате наряду с Иваном Логиновым. Они лучшие бомбардиры. Ну а в Кубке ЛФЛ 2 мяча забил и Романов. С забиванием голов у беды действительно напряженка. В этом году здесь можно, конечно, сожалеть
об уходе ряда футболистов, о той перестройке, которую команду ожидает и в этом году, и я думаю, что может быть в следующем. А здесь пенальти ставит арбитр. Такой обоюдный подкат, но мне показалось, что все-таки несколько авантюрно Максим Бровкин здесь сыграл. К мячу он никак не успевал. Ну и снес таким образом Дмитрия Тихонова. Пенальти. Кто исполнит? На 24-й минуте. Ну, я думаю, что удар-то уже на 25-й состоится. Хорошая возможность для пятого элемента увеличить разрыв. И опять почти выручает свою команду Ферсаков. Но почти касаясь мяча руками, но не спасает в полном смысле этого слова. Алексей Киселев забивает с точки. И 2-0 в конце первого тайма. Тут сразу ошибка. Ну и такое несколько подавленное состояние сейчас у футболистов в белых футболках. Можно понять, в принципе, действует неплохо. Удается большую часть остроты ликвидировать. Вот, я не скажу, что пятый элемент таким тотальным преимуществом владеет, что он постоянно держит мяч, развивает какие-то комбинации. Нет. Где-то происходит за счет индивидуального мастерства футболистов. И вот таких ошибок, а сейчас, которые Волков допускает, и Ферсаков выручает, по-моему, Тихонов там опять же был, или это Платухин. Налево передача. Там Киселев. Ну вот сейчас, вот в эту минуту преимущество гостей очень серьезное. Вот как раз сейчас за счет быстрой перепасовки удается такие кружева плести, что защитники не успевают. Да, действительно, в предыдущем эпизоде Платухин был. Непривычно его, конечно, в черной футболке видеть. Но Атлантис решил свой путь в любительской футбольной лиге закончить. В этом году у нас, конечно, пертурбаций столько, что не за всеми уследишь. И команды-то чемпионские снимаются. Напомню, Терминатор, Нижгары, это чемпионы Севера и Востока, и победитель Лиги чемпионов Атлантис, который в Западной премьер-лиге всего лишь пятое место занял, кстати. Ну а также призер премьер-лиги футбольный клуб Барс, призер и победитель всего, чего можно, опять же, если так по истории смотреть, за последние сезоны и чемпионаты России, и континентальная лига, и Кубки России, в общем, все там было. Шанс проявить себя получают другие команды. Вот мяч уходит. Тяжело сейчас беде выбираться из-под прессинга. Вот здесь Попович неплохо практически перехватил этот мяч. Но тот как будто к линии прилип. Попович так наступил и получился аут. А ну, дальше неточный удар. Атака не проходит у пятого элемента.
Мулашвили. Вот еще один футболист, который вышел на замену. Гигиму Мулашвили, третий номер. Его прострел. Знаете, для большого поля, для футбола 11 на 11. Сейчас Платухин справа в защите играет. Вот поэтому мы его и спутали. Слушай, начинал как левый полузащитник, а налево ушел Алексей Киселев. Ну, вообще, очень интересно, мобильная схема получается. Вот по ситуации смотрю я на поле, сейчас даже вам не видно. Гигму Мулашвили вышел, опустился на позицию правого защитника, Платухин вперед пошел. Теперь они опять поменялись местами. В центре поля у пятого элемента сейчас Дмитрий Чернухин играет под десятым номером. И Баранов на острие. Достаточно замен. У беды, так если говорить, кто еще может выйти, два защитника, Андрей Спалихин и Алексей Вастьянов. Причем я не уверен, что в матчах такого уровня они в состоянии игру усилить. Футболисты молодежного состава, ну бывшего молодежного состава, но здесь все-таки против очень опытной команды действовать нужно, и вряд ли замены в линии обороны так уж необходимы беде сейчас. Ну и есть еще Юрий Струков, голкипер. Иногда Логинов практикует ротацию вратарей, иногда один и тот же голкипер весь матч играет. Ну вот и узнаем после перерыва. Дмитрий Ершов отправляет команды отдыхать. Вдохнем, наверное, и мы минуту-другую. Вернемся к началу второй половины. Ну что ж, команды уже на поле. Все готово к началу второй половины. Напоминаю, кубок ЛФЛ, группа Е, второй тур. Беда, пятый элемент. И начинается второй тайм при счете 0-2. Гости смогли в первой половине дважды Алексея Ферсакова огорчить, забив с игры из пенальти. Если честно, то у беды в атаке не очень получалось. Ну, были такие неплохие подходы. Вот, наверное, так осторожно скажу. Но не более того. И хороший шанс упустил Евгений Попков, который бил с близкого расстояния. Там защитник подскользнулся. В ходе контратаки беды правым флангом пошел прострел в центр. Но в итоге Алексей Ульянов пятый элемент выручил. Давайте по составам попробуем пробежаться еще раз для тех, кто только сейчас трансляцию включил. У беды в воротах Алексей Ферсаков, он же играл в первом тайме, замены в перерыве не последовало, хотя Юрий Струков есть и периодически по тайму дает поиграть своим голкипером Иван Логинов. В обороне Максим Бровкин, Егор Бажутов и Олег Царев. Паузу я делаю, потому что сейчас смотрю, что Александр Волков на позиции левого защитника, а Бровкин перешел ближе к атаке. Но, тем не менее, он на поле. Значит, в опорной зоне у нас Георгий Попович и Евгений Попков по всему фронту средней линии действует. На острие пока Иван Романов. В первом тайме Логинов играл, но минуте на 20-й отправился отдыхать. Вот когда выходил Волков на поле, я его так похвалил, но просто ужасно сегодня для него игра складывается. Каждая вторая передача, если не больше, не точная. Какое-то громадное количество брака. И
что самое обидное, наверное, для команды, в таких невынужденных ситуациях обрезает неточным пасом своих партнеров, которые и так большую часть времени обороняются. Сейчас штрафной. Олег Царев поставляет голову. Обил Дмитрий Гусак. В первом тайме он не выходил. Под седьмым номером футболист играет. Ну, я уже представлял его бывший игрок беды в том числе. И опять же, наверное, большую часть времени привыкли видеть его в нападении, но когда есть Алексей Баранов, забивной, таранный, Гуску где-то даже удобнее, наверное, играть в полузащите. Быстренько по пятому элементу нужно сказать. Алексей Ульянов в воротах, в центре обороны Алексей Козлов, слева Шамиль Курбанов, справа играет Алексей Платухин. В центре поля Сергей Неретин, Гига Мамулашвили и Дмитрий Гусак сейчас, и впереди Алексей Баранов. Еще один штрафной. Здесь розыгрыш. Курбанов на ударной позиции. Бьет опять в Царева. Мяч попадает. Это угловой. Гусак подает. Бровкин мяч выносит из вратарской. Романов. И все. Здесь тяжело было вдвоем против трех защитников, да еще и, по сути, не зацепившись за мяч. Козлов в центре поля. Крутит, вертит. Опять же, в ЦДК Алексей Козлов чаще играл на фланге обороны. Здесь, видите, позиция центрального защитника. Царев, Попков, Царев. Очень сложно выбраться из под этого прессинга, потому что не достает движения футболистам беды. А, ну вот сейчас Попков до конца доборолся, на ударной позиции бьет он и... Опять такой плотный удар, но прямо в ту точку, где находился голкипер. Ульянов на всякий случай мяч решил не ловить, подставил руки. И это аут. Пару моментов неплохих. И еще один розыгрыш перед штрафной. Передача Царева дошла до адресата, но была слишком сильной для того, чтобы тот ее сумел остановить. Попович. Здорово разворачивается. Налево пас. Вот пас не очень получился. Тут же Попович перехват совершает. Вот опять Волков... ошибается, и это действительно обидно, потому что владение было, и позиционную атаку беда развивала. Но сейчас за счет действий Царева удается выйти, но в контратаку, и Попков завершал ударом с линии штрафной, и неудачным ударом. Мне показалось, что можно было и сразу бить и Романову, и, да, в общем, 2-3 возможности для удара были. А в итоге вот так через пас довели, можно сказать, что до верного, но до верного не получилось, потому что Попков пробил под мяч и намного выше ворот. Сразу же отправился он отдыхать. На поле появился Олег Севастьянов. У него второй номер. И он занял позицию левого защитника. Это значит, что Волков опять пойдет в середину. А Попович даже ближе к атаке будет действовать теперь. В таких матчах, когда уступаешь сопернику в классе, нужно реализовывать все, что есть, чтобы рассчитывать на какой-то положительный результат. Гусак. Здесь много перепаса перед штрафной. Гусак неточный пас отдает поперек поля. Попович! Нет, здесь Козлов прочитал.
прочитал как открытую книгу эту передачу. Но если бы Поповичу удалось вывести Романова один на один, это был бы серьезный момент. Здесь опять небольшая стычка. Бровкин помешал вроде как вести Алексею Платухину из-за боковой. Но мне кажется, вот яйца выеденного не стоит эта ситуация. Спорный мяч. И в итоге беда будет из-за боковой вводить. Романов. Назад отыгрывает Царев. Попович один в середине. Царев не рискует. И Романов зарабатывает штрафной. Восемь минут во втором тайме сыграно. Согласитесь, беда выжимает максимум. Сумела чуть-чуть прибавить. И пока поинтереснее смотрится, чем в первом тайме. С другой стороны, и пятому элементу особенно бежать вперед не нужно. По счету сейчас восточный клуб действует. Но тут, видите, еще и стандарты неудачно пока у бело-синих получаются. Романов уже на позиции защитника. С Ферсаковым играет. Севастьянов. Бажутов. И опять Ферсаков. Сложно. Севастьянов справляется с ситуацией. И даже обыгрывает там. Смотрите, на фланге хорошая передача. Есть возможность для быстрой атаки. Удар Волкова отбивает Ульянов. Романов на подборе. Но тут уже и защитники подоспели. В итоге мяч даже пределов поля не покинул. Бровкин. Идет в обводку. Одного прошел, другой подстраховал. Платухин выбил мяч из-под ноги. Дальше неточная передача. Здесь момент. Нет, здесь пенальти не будет. Хотя мне показалось, что руками ну чуть-чуть придерживали Максима Бровкина. Чуть-чуть. С тем самым усилием, которое еще не карается нарушением правил. Еще один раз накрывают соперников футболисты беды. И вообще, смотрите, пока в отборе очень неплохо действует после перерыва. Моменты есть, надо только забить. Бажутов, Попович на фланге, нужно разворачиваться. Он здесь за счет дриблинга пытался обыграть соперника, собственно, обыграл, но Курбанов очень здорово сыграл и не позволил Поповичу пройти. Но дальше Попович из борьбы не выключился и штрафной заработал. Под левую ногу Романова. Тут можно и попробовать пробить с расчетом на рикошет. А можно и разыграть как-нибудь хитроумно. Вот здесь уже следующие команды разминаются. Динамо и Герта Отрадная. Под окнами нашей комментаторской кабины. Илья Чижиков вот передает нам привет. Но вы этого не видите, конечно. Динамовский матч следующий. А здесь отличный момент и прекрасно играет Ульянов. Царев после скидки в итоге пробил сходу. И мяч ну практически в верхний угол шел, в дальнюю девятку. Но может быть, где-то полуметра не хватило, и как раз удобная была высота для Ульянова. Он выпрыгнул и сыграл наилучшим образом. Царев верховую борьбу проигрывает Гусок. Выжимают на фланг сейчас нападающего пятого элемента. Это аут и целая серия замен. Вот Алексей Житников вернулся на поле. Он теперь слева в обороне. Алексей Киселев. Дмитрий Чернухин.
И кто еще? И Леонид Сычев. Усок. Точной передачи не получается. Бажутов корпус поставил и мяч для своей команды сохранил. Севастьянов. Ничего себе. Похоже, мы недооценивали все этого футболиста. А он может и вот так. Неплохая передача на Бровкина. Там успевает Платухин отработать, но все на тоненького. Гусок. Житников. И опять под прессингом. Тяжело сейчас черно-желтым выбираться своей половины. Еще один перехват. Царев штрафной. Можно угол резать, но в центр передачу отдает. Нет, там не успевает пробить Попович. Чернухин как раз таки здорово играет на подстраховке. Ну, вот при такой игре даже 0-2 не кажутся безнадежными. Царев. Штрафную входит, бьет из-под защитника. Ульянов правильную позицию занимает. Ожидал он примерно в эту точку удар как раз. А ну а там и сложнее было пробить иначе. Сейчас прям-таки... Какой тотальный футбол мы в исполнении беды наблюдаем. Ну вот, вылезают наконец-то футболисты пятого элемента. Здесь на фланге даже свободная зона появилась. Сычев. Мажутова развернул, но прострелить было не на кого. Чернухин. Житников. Чернухин. В направлении дальнего угла удар или пас. Здесь сложно определить, но... Справляются защитники, и Царев выносит мяч. Ну, здесь все на опыте. Конечно, Козлов и Ульянов ошибок в подобных ситуациях не допускают. Платухин. Вот Волков перехватывает. Но это лишнее. Можно было бы сыграть через партнера. Повезло, наверное, 20-му номеру, что его руками придержали. Так можно и потерять было. Царев. Хорошая диагональ на Севастьянова. А там уже и Евгений Попков отдохнул и готов сейчас в игру вернуться. Царев. Отличная передача. Попович. Дальний удар. Он забивал уже в этом сезоне дальним ударом таким. И, кстати, в первом матче забил в Москве. Так что два гола у него. Но сейчас чуть-чуть мяч не туда пошел. Мне кажется, где-то на внешнюю сторону подъема перекатился. И поэтому такая срезочка чуть-чуть вправо. Ну и не той силы был удар, чтобы можно было сказать о проблемах для Ульянова. Логинов и Попков. На поле. Романов и Волков. Нет, Волков, Романов и Бровкин ушли. Волков остается, Царев остается и Севастьянов остается. Не очевидно, Волков больше ошибался, но может быть чуть-чуть все-таки отдыха требуется Максиму Бровкину. Здесь неплохо. Дальний удар Евгения Попкова и удар хоть и не очень опасный, но... Такой, что ловить мяч Алексею Ульянову было неудобно. Главой. 13 минут есть у беды. Еще неплохой момент. Удар от ворот будет. Последним Логинов коснулся мяча. Ну и, по-моему, там помешали друг другу партнеры. Егор Бажутов там еще был. Попович сыграл надежно. Волков. Ну, сейчас его винить, наверное, не нужно. Но просто как факт. Опять неточная передача.
Сейчас, скажем так, ошибка вынужденная, по крайней мере. Да и мяч беда сохранила. Попович. Севастьянов. Попович. Попков. Ух, какой брак. Царев даже мяч не сохранил в поле. Мне показалось, что... Ну, здесь слепая зона у нас. Вы тоже не видите этот угол поля. Из-за того, что раздевалки здесь расположены. Но так вот с уверенностью не могу говорить. Но показалось так по выражению лица самого Олега Царева, что все-таки мяч действительно ушел. Он, собственно, никаких претензий арбитру и не предъявлял. Угловой Гусок будет подавать. Это опасно, это момент, и это третий гол. Алексей Киселев, 3-0. Ну что ж, это класс. Все-таки старательностью одной сложно добиваться результата. Ну а когда вот такие проходят розыгрыши со скидкой на третьего... То здесь, в общем-то, да и претензий здесь особо никому не предъявишь. Наверное, кто-то чуть-чуть ошибся, отпустив игрока на угловом. Это стандартное положение. Здесь все играют персонально. Но вот буквально на какую-то долю секунды отклеился от своего оппонента Киселев и сразу же оказался на выгодной позиции. А вот поскольку партнеры ему точно мяч доставили, то и промахнуться он не имел права. А вот Попков, например, в такой ситуации не забил. Вот и разница, вот и счет 0-3. Курбанов. Гусок. Мяч в поле. А вот теперь вышел. Направление Логинова передачи, но не точное. А здесь фол, мне показалось, был. Леонид Сычев подтолкнул Бажутова при верховой борьбе. Чернухин. Сычев. Гусок. Здесь уже лишняя передача, но так получилось. Хотели вывести на такой чистый удар партнера футболиста пятого элемента, Шамиль Курбанов, эту передачу выполнял. А получилось слабовато и в ту зону, где защитники как раз находились. Попович на левый фланг. Олег Севастьянов. Кстати, очень приятное впечатление действительно оставляет. Просто играет, но не ошибается. Это важно. Максим Бровкин на поле вернулся. Волкова он заменил. Волков, ну, прям совсем сегодня в игру не попал. И Романов остается на скамейке запасных. Я не знаю... Сыграет ли он еще в этом матче? Будет ли Логинов доигрывать до финального свистка? Или там на последние 5 минут выпустит Романова? Романов настырный, активный, как всегда. Хорошую возможность тоже имел, но не реализовал. Здесь Ферсаков. Ну, вы знаете, с простым ударом, с простым да непростым справляется. Вот такой вот футбольный парадокс. Потому что с линии штрафной мяч на правой ноге. Вроде бы все видел. В это не очень сильно пробил Курбанов. Но с другой стороны, дистанция-то какая. К Фельсакову, наверное, сегодня претензий быть не может. Два раза он коснулся мяча руками и почти выручил команду. Почти, если бы не позволяли его партнеры
эти удары наносить, если бы не фалили в штрафной, если бы ДКБ, если бы забивали в другие ворота, результат был бы иной. А так, все справедливо, пятый элемент сильнее. Сильнее сегодня по игре. Но борьба в группе продолжается. За второе место, еще раз повторюсь, беда может вполне побороться. Не сказать, что в группе есть, ну, такой фаворит, как Интер, например. Вот Интер над своими соперниками по-настоящему издевается. Сегодня 7 Росультерсу. Перед этим было 14 ворота тушинского Спартака. 21 мяч. Команда Сергея Филина забила за две игры. Так получилось, что Интер не в Лиге Чемпионов играет. Это редкое событие для Интера. Но здесь, в Кубке ЛФЛ, конечно, один из главных он фаворитов по всем версиям. Ну и первое поражение сегодня наших северных команд. Беда терпит, потому что в первой игре на Флотской Gold Shark был сильнее Селтика 2. 6-2 в пользу Акул. Эта игра закончилась. Затем вот Интер обыграл Росультерс 7-0. И ЦДК на стадионе «Спартак» в Сокольниках в ничью сыграл с усадьбой Банны. Это Лига чемпионов. Ну вот, момент проходит. Логинов не прокидывает мяч мимо Ульянова. Ульянов герой просто этого поединка. Вот в тех моментах, где нужно было выручить, он выручил. Ну, здесь какие-то претензии на пенальти. И Логинов высказывал, и Ферсаков из ворот успевает арбитру подсказать. Но Ферсакова-то вообще лучше всех было видно, это понятно, он же ближе всех к эпизоду находился. Мне показалось, что удар был, а дальше столкновение. И в этой ситуации, ну какой пенальти? Логинов пробил по воротам. Может быть, где-то ближе, если бы мы располагались, мы могли бы детальнее рассмотреть этот эпизод, но... Ближе, как раз, находился арбитр. И вот, по крайней мере, явного какого-то нарушения заметно не было. Но в любом случае, вот смотрите, беда создала свои 3-4 шанса и не реализовала их. Понятно, что все в борьбе, понятно, что они не чистые такие, знаете, которые совершенно без проблем должны реализовывать футболисты. Нет. Ну, а пятый элемент... не намного больше создав опасных моментов у ворот Ферсакова, забил трижды. 3-0. 26-я минута заканчивается. Здесь и, в общем-то, счет важен, и разница важна. 3-1. Беда выиграла первый матч. Сейчас пока 0-3, но может быть что-то... Нет, не попадает с острого угла Логинов. А если 3-1, то с нулевой разницей после двух туров беда будет располагаться третий. В любом случае. Ну и надо на самом деле еще ждать результата игры «Магистрали» и «Москвы». Пятый элемент за поражение в первом матче реабилитировался. Попович вперед прокидывает. Бровкин. И слева там есть Логинов, но идет разрезающая передача. Логинов не успевал к ней никак. А ждать дальше, пока он выскочит из спины защитников, Бровкин не мог, потому что его тоже уже накрывали. Чернухин уходит от Попкова. Нет, это мне показалось, что лишний пас. Красиво было сыграно, но неэффективно. Бровкин назад. Севастьянов.
Сохраняет мяч. И даже фол зарабатывает. Попков будет навешивать в расчете на то, что его партнеры выиграют верховую борьбу. Не выигрывают. Ульянов сыграл надежно. Киселев назад. И от ноги Козлова. От ноги Козлова мяч в аут уходит. Ну, футболистов беды, на самом деле, можно похвалить. Команда не рассыпается. Вот момент, еще один. Логинов неудачно принял мяч. И дальше передачу хотел отдать. А там уже его партнеры проскочили. А если бы чуть лучше бы сыграл в этом эпизоде, может быть, и сам пробил бы. Антон Тихомиров под пятым номером. Тоже за беду играл. Но недолго. Здесь фол. Сбивают Курбанова. И, наверное, один из последних штрафных. Один из последних опасных моментов в этом матче. Минута до конца, но я думаю, еще секунд 15-20-то будут подготавливаться к удару футболиста пятого элемента. Затем, в зависимости от исхода. Ну, кто пробьет? Похоже, что Тихомиров будет бить. Над стенкой в перекладину мяч попадает. Дальше Царев успевает головой вынести с линии. Продолжается атака, но там такое скопление уже игроков и удар от ворот фиксирует арбитр. Ну, последняя, скорее всего, атака теперь. Царев на Логинова передачу. Вот Логинов не очень удачно мяч обрабатывает. Из-за этого приходится лишние касания делать. Царев. Не знаю, слышали вы или нет. Неудовольствие выразил тем, что никто не открывается впереди. Но в итоге удачно получилось выйти. Попков на Бровкина передача. Штрафную. Бровкин убирает защитника. Бьет. И Ульянов спасает. Ульянов сегодня не пробиваем. Угловой беда зарабатывает. Последний угловой в этом матче. Быстрый розыгрыш и то. Такой, знаете, поспешный, а не быстрый. Удалось что-то толковое из него выжать. Царев в проход идет и фолит Алексей Козлов. Опять же, Царев футболист невысокий, он еще так наклонился, поэтому Козлов-то собирался корпус в корпус сыграть. Но тут проблема в том, что просто физически это было невозможно осуществить. И получилось, что ногой он врезался в соперника бедром. Попков исполняет штрафной. Ну, 3-1. Вот неплохой был бы результат сейчас забить беде. Неплохой, понятно, что поражение в любом случае, но с турнирной точки зрения. Нет. Нет, это совсем не то. Ну что ж, 0-3. Пятый элемент выигрывает этот матч. И, в общем, все справедливо. Беда сегодня старательную игру провела. Но уступала своему сопернику практически во всем. И в частности в реализации моментов. Будем прощаться, друзья. Для вас эту игру комментировал Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной Лиги, уже на следующей неделе.